Хлебный соль мы подносим вам, хлебный соль наш поклон дорогим гостям, хлебный соль наш поклон дорогим гостям. Дорогие друзья, во-первых, я очень рад сегодня присутствовать на это важное мероприятие, которое продолжает цикл мероприятий, приуроченным к Дню Победы. Через несколько дней мы все вместе, я уверен, что вся страна, будем праздновать в Молдове День Победы. Это священный день и священный праздник для всех нас. И вы знаете мою позицию. Я обещаю, что в Молдове будут праздновать День Победы. И никаких изменений не должно и не будет. Дорогие ветераны, мы помним и мы гордимся вашими подвигами. В этом году к 9 мая приурочено очень много мероприятий. Они начались задолго до этого праздника. И поверьте, я знаю, что в обществе очень много интересных, важных вещей происходит к Дню Победы. Я знаю, что практически каждого депутата, каждого ветерана, я прошу прощения, каждого ветерана посетили на дому. Я знаю, что к 9 мая будет несколько важных маршей и мероприятий в Кишиневе, не только в Кишиневе. Я принял решение в этом году, начиная с 7 мая, чтобы на центральной площади нашей страны, в Кишиневе, мы сделали выставку военной техники, но именно советской военной техники. Поэтому с 7 мая по 9 мая на центральной площади в Кишиневе будет выставка советской военной техники, часть из той техники, с которой вы, дорогие ветераны, одержали победу. Также впервые в этом году я принял решение к 9 мая 10-15 ветеранов Великой Отечественной войны президент наградит высшей наградой Орденом Республики. Это лишь та малая часть. Я думаю, что, кстати, награждение, вот мы сегодня обсуждали, будем организовывать 7 мая, у нас будет большой концерт на Центральной площади, и прямо перед всей площадью ветераны получат из рук президента Ордена Республики. Поверьте, это лишь малая часть того уважения и оценки, которые вы достойны. Я хочу поблагодарить наших друзей из Белоруссии, которые сегодня организовали эту выставку. Белоруссия – это страна, которая является дружественной для Молдовы. Это наши друзья, братья. У нас очень много общего. Вы знаете, что буквально несколько недель назад у меня была хорошая встреча, первая встреча с президентом Белоруссии, с Александром Григорьевичем. Мы договорились, что в середине июля, 13 июля, я буду в Минске. Будет первый мой официальный визит в Беларусь. Я уверен, что наши дружеские и хорошие отношения между странами будут развиваться. Со своей стороны я сделаю все возможное. И я говорил Лукашенко, что я считаю, что у нас есть очень много вещей, которые мы можем брать в пример для Молдовы. Мы будем брать то лучшее, что есть в вашей стране, Беларуси. Еще раз хочу всех поздравить с этим красивым праздником. Пожелать всем, во-первых, здоровья нашим ветеранам. И вы можете быть уверены, что молодое поколение вас не подведет. Мы сделаем все возможное. Спасибо.
это партизан. Это Давид Акуль. Которые частично, конечно, изобразительное искусство и знаменитые люди, которые на весь мир, и космонавты, и политики, и ученые знаменитые. Приглашаем всех наших гостей подписаться, если есть что, так сказать, сказать, хочется и так далее. Давайте мы продолжим.